Слоган должен быть кратким, простым, понятным и отражать идею первенства в производстве российских мелованных бумаг. Такая задача стояла для участников конкурса. Они с ней умело справились. Было представлено 117 вариантов слоганов, один интереснее другого, что жюри заметно поставило в тупик. Тогда было решено назвать лучшее. Ими были признаны предложения Николая Полутова. «Вместе возможно все. Мы это сделали». Это один из его вариантов. Остальных конкурсантов отметили дипломами участников. Все получили ценные подарки. Развитие комбината – это значит, город продолжает жить, комбинат продолжает жить. И не двигаясь вперед, ты стоишь на месте, а скорее всего двигаешься назад. Поэтому все, что сделается, все делается всегда к лучшему. Ну, часто сам ходил на 7-ю БДМ, помогал там делать. То есть интересно посмотреть, тем более новое производство. Очень интересно было. Конкурсанты – люди активные, участники не только этого конкурса. Они сами, а то и с детьми, принимали участие в корпоративных фотоконкурсе, конкурсе детского рисунка, соревнованиях «Папа, мама, я, спортивная семья». Объясняют это просто желанием поддержать компанию, где работают, и видеть ее дальнейшее процветание. Но среди участников конкурса были не только производственники. Приз зрительских симпатий получил четвероклассник 6-й школы Алексей Добрынин. Ну, можно было все, что угодно составить. В слоганах там можно приз получить, можно еще много чего такого сделать. Завоюет рынки мира вся бумага от Элима. Гордимся нашей БДМ, бумага офисная всем. Предложения конкурсантов были различные. Участие в конкурсе слоганов каждый из них рассматривал как возможность стать причастным к пуску нового производства в Коряжме. Сейчас у них появилась еще одна возможность быть крестным отцом новой бумагоделательной машины. Конкурс на ее название вот-вот объявят на комбинате.